Всем привет, друзья! Мы находимся в Санкт-Петербурге, мы наконец-то добрались до игроков нашего КС-состава. Сегодня мы будем выявлять среди них сапера, самого эффективного сапера. В чем смысл? У меня есть вопросы по истории КС и таймер ровно 40 секунд, столько, сколько длится таймер бомбы в КС-ке. Задача ребят — ответить правильно на 4 вопроса, и если это произойдет, бомба не взорвется. Ну и в противном случае наоборот, вы услышите взрыв. Итак, поехали! В каком году ВП впервые сыграли на мейджоре по CSGO? 2014? Да. В каком году был сыгран первый минор? В каком году? Так, я помню, в Питере был, в Минске был. Минор вообще, да, полностью? Да. 16. Да. В каких городах чаще всего проходили мейджоры? Кёльн. И? Катовиц. Да. Какая команда чаще всего играла в финалах мейджоров? В финалах мейджора? Астралис. Нет. На какой карте находится именной граффити Доси? Инферно. Да. О. Кто сыграл больше всех карт за Virtus Pro в CSGO? Макс. Турнир по CSGO с самым высоким призовым фондом в истории? Это был Берлин мейджор? Нет. Это был Фейсет мейджор? Нет. Это была Лига? И Лига Атланта? Нет. Турнир с самым большим призовым фондом был. Ты сбился, пошел не по тому пути, потому что это был Веск. Ну что, ребят, пока вы смотрите бомбу от ВП, я хочу показать вам еще и бомбу от Париматч. Это их новый ролик, достойный Оскара. В нем снялись Айсберг, Зевс, Жекич, там невероятная графика, куча пасхалок. В общем, просто нужно посмотреть. Переходите по ссылке в первом закрепленном комменте, смотрите, лайкайте, комментируйте и участвуйте в конкурсе. 70 счастливчиков получат пополнение на свой Steam. Игроки из какой страны чаще всего брали топ-1 рейтинг 20 лучших игроков года? Непы, шведы, Швеция. Назовите игрока, который трижды занимал третье место в рейтинге лучших игроков года. Девайс? В каком году появился рейтинг команды Shell TV? Это было еще с 1.6, пусть 2010, 2011, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Да. О, 15-й, да. Какая команда чаще всего заканчивала год на первом месте рейтинга? Астралис. Да. Кто стал первым победителем рейтинга 20 лучших игроков года по версии Shell TV? Олаф Мейстер, Паша Бицепс, Калзеро, Гетрай, Маркелов. Сложно. А сколько времени требуется на установку бомбы? 3.5. 3.4. 3.2. Молодец. Сколько времени требовалось на взрыв установленной бомбы в CS Condition Zero и CS Source? А, ну конечно, я это знаю. 40 секунд. 45. Хоть я и взорвался, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.